Приветствую вас в игрушке Horror Show. Вышло новое обновление 0.72. Отлично. Сурвейманы. Так, у нас есть новые способности выживших, доработки старых способностей, исправлен баг с черным экраном, новый способ побега с помощью лодки. Вот хочу я его сегодня опробовать. Новые электрощиты. Добавлен ветер. Серьезно, будет физика в игре. Вот это уже интересненько. Так. От возмущения скорость движения увеличивается. Так, это у нас нагоняет на выживших страх, а это у нас... А, следы выживших остаются дольше. Теперь хоть стало понятно, для чего это. Давайте посмотрим. Немножко другая анимация появилась. Серьезно, новые способности. А, слепая вера, шанс воодушевиться. Так. Умру с достоинством. Персонаж держит под контролем свои эмоции и никогда не кричит. Соберись, тряпка. Другие персонажи, находящиеся рядом, не кричат. Вот это прикольно, но пока как бы не особо-то полезно. Ну, сейчас посмотрим. Шанс исходится от испуга. Так, а тут у нас что новенькое? Инженер 99 уровня. Кстати, вот новая способность. Просто поскользнулся. Живучесть персонажа позволяет ему подняться сразу после нокдауна. Скорее всего, это не спасет, но, пожалуйста, только не в клетку снова. Давайте попробуем, сыграем за Навара и заодно посмотрим, как будет работать лодка. Побег через лодку — это очень интересно. Блин, ну это здорово, это здорово. Я думаю, будет очень интересно. Так, новые генераторы, они там еще говорили. И добавлен ветер. Ветер — это погода. Так, вот наш персонаж. Мне кажется, ли следы стали немножко короче. Так, ну ключи через стенку мы смогли пронести, скажем так, поднять. Так, а что вот это за способность? Адреналин, серьезно? Ну нет, ну это как-то немножко тупо, я сам себя ранил. Почему? А толку-то от этого адреналина, когда я сам себя ранил? Как это вообще понимать? Сделали бы тогда уже пассивную. От боли, от страха, супер, я сам себя... Я такого еще не видел, честно. Это вот самая бесполезная способность, которую только можно. Она может быть и полезна, ну, первые 3 секунды, когда ты еще здоровый, а потом все становится как-то непонятно. Здоровье мне от этого не добавляется, наоборот, только отнимается. Ну, блин, использование способности, оно должно быть хотя бы пассивным. Немножко неправильно разработчики придумали, тогда давайте подойдем к лодочке, посмотрим, что тут вообще можно. Вентилятор, насос. А, это двигатель и насос надо, да? Найдите мне двигатель и насос, я тут где-нибудь постою. Толку-то мне от этого... Ой-ой-ой-ой. Если бы я знал, что эта способность так бесполезна, я бы взял другого персонажа. Ну... И что нам теперь с этим делать? Вот новые генераторы, вижу. Так, 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 так. Ну нет, чинить генератор я сквозь стенку не могу. Только ключи повезло взять. А где все аптечки? Кстати, а здесь так и было, или это новый дизайн? Не могу вспомнить, ну и ладно. Так, давай, братишка, я тебя пытаюсь вытащить, честно. Честно пытаюсь, но, по-моему, нам это не удастся. Да, ты уже мертв. Ты уже мертв, и я сейчас, по-моему, пойду вслед за тобой. Так, ладно.
Ну, нет, так не пойдет дело. Ну и толку-то? Я сам себя скорее убил, чем меня этот маньяк. И все? А в чем прикол? Почему он меня не поднимает? А, вот когда это надо использовать. Короче говоря, не стоит использовать эту способность, пока, блин. Хотя, может быть, это нам сыграет на пользу. Кстати, вроде бы раненые стали быстрее двигаться, мне это нравится. Так, уронил. Ха-ха, блин, нет. Есть у этой способности фишка. Но, блин, блин, блинский. А, блин, он меня зажал. Я встаю, он меня зажимает. Да, это имба. Сначала не понимаешь, но потом становится все понятно. Сколько раз я встану, интересно? Не успел он меня угнать, я опять. Как же так-то? Я не могу. Ну, разработчики, ну это дисбаланс, это имба, конечно. Он мне ничего сделать не может. Но с другой стороны, я тоже ничего сделать не могу. Навара, ну что ж ты натворил-то, дружок? Это с одной стороны это прикольно, но с другой стороны это немножко тупо. Он меня не может закинуть в клетку, а я не могу. Точнее, я могу. Я просто нажимаю на эту кнопочку и. Сколько ж тебе адреналина. Смотри, какая живучесть. Я не могу. Можно просто отвлекать маньяка, пока. Ладно, ладно, давай, бери меня. И кидай в клетку, потому что, ну, это. Серьезно, он не может меня в клетку закинуть. Ладно, 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 все, я больше не буду тебя троллить, просто все, наконец-то. Я вообще хочу сбежать на лодке. Меня другие способы не интересуют. Хотел бы я сбежать, я бы уже сбежал там через ворота. В смысле, адреналин какой-то странный. Отлично. Давай ты просто сделаешь вот так вот. Не будешь мне мешать. Я сбегу так, как мне хочется. Я хочу сбежать на лодке. Ни на машине, ни через ворота. Там на машине только оставался аккумулятор. Посадить и все. Ух. Поднять якорь. Вот и этот способ доступен, он работает. Друзья, надеюсь, что видео вам понравилось. Не забываем подписываться, ставить лайки и жать на колокольчик. Всем пока!